приехать из Белоруссии, Украины, России там, и прочих государств, то да, именно вот эта формальная бумажка, она поможет в бумажной волоките при оформлении виз и вот прочего. Это очень такой, ну, как бы важный момент, потому что да, как-то мы его немножечко упустили. Спасибо, Андрей. Да, потому что в посольствах сидят, к сожалению, суровые, скучные дядьки, которые не такие...